С 1 февраля к своим обязанностям приступил новый директор фонда «Новоуральский центр развития предпринимательства». Им стала Ирина Хабибуллина. Ирина Исламовна Хабибуллина имеет 15-летний опыт работы в финансовых организациях. Она руководила направлением по развитию бизнеса в одном из крупных региональных банков. Кроме этого, имеет опыт организации проведения переговоров, выстраивания долгосрочных отношений с предпринимательским сообществом. Работая в администрации Новоуральского городского округа, Ирина Хабибуллина курировала реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в Новоуральском городском округе. Руководством муниципалитета новому директору поставлены задачи по оказанию эффективных мер поддержки бизнесу, который оказывает качественные услуги и работает для повышения качества жизни новоуральцев. Также важными направлениями определены вовлечение предпринимательского сообщества к реализации значимых городских проектов и укреплению взаимодействия между бизнесом и органами власти.